Я нечаянно прервал запись. Вот что и требовалось объяснить, короче. Я проебал хуеву тучу времени. 25 минут. И просто все зря. Вот напрасно, блядь. Чё там, блядь, я хоть проверю сейчас. Просто, блядь, вот впустую, нахуй. И мне опять, блядь, спускаться вниз и бежать. Это просто, нахуй, серия бомбежа, блядь. Я этого не представляю, типа, то, что... Типа, ну, блядь, ну как же нахуй горит, блядь. Ну, типа, реально, ну, мне просто отпадает интерес от этого. То, что вместо того, чтобы реально сразу приступить к файту с боссом, типа, я просто забыл то, что там есть противники. Может, мне бы даже и повезло бы, и я бы выжил. Просто я не помню, куда мне сейчас идти, чтобы добраться... Стоп. А не проще будет идти через долину драконов? Блять, ну это будет дохуя долго, но там вроде где-то костер есть. Да, думаю, увидимся в долине драконов. Я в долине драконов. Я решил не скипывать запись, потому что сейчас я буду немножечко бомбить на разработчика. То что... Блять, ну типа, я вот реально, я сейчас просто трачу время. Вот мне нужно добежать туда, где заблюрено. Если там вообще есть костер, может, блядь, я попутал с Dark Souls каким-либо. И вот, допустим, там нет костра. Я просто сделал огромный мув. Проебал свои души. Я их уже никак не отобью. Я проебал 5 штук человечности. У меня сейчас ее. Сколько? Я снял ее. Ну что, долбоёб, блядь. Конечно, блядь. Еблан, блядь. Где человечность? Вот, у меня 13 человечности. Было бы 18, если бы я просто не забыл то, что там... Ну, просто они, блядь, меня заблевали, нахуй. Они, блядь, зажали в углу и отпиздили, блядь. Это, блядь, как гопота, нахуй, на районе, блядь. Зажала тебе, блядь. И пизда. Ебаная, блядь, ты курица, иди спать. Нет, нет, в пизду пока, подожди. Где соттени? Блядь, он ладно, похуй. Так тоже пойдет. Да мне вот этих, вот этих, блядь, фаршмаков бы увернуться по-хорошему. Да. Ладно, допустим. Вот он, костер, по-моему. Где-то здесь он. Время не терять, запись идет. Да, запись на месте. Отлично, 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 отлично. Где-то здесь костер. Сука, чую нутром. Я надеюсь, то, что мне игра даст успеть переодеться, потому что я, ой, как не хочу, блядь, в эти тени. Меня они просто, блядь, нахуй уничтожат. Там, блядь, даже щит, по-моему, не нужен. Там нужно просто идти в размен и хилиться. Ты куда вышел? А, то есть, если... А, ебать. Нет, нахуй мне пока идти в DLC, я сейчас потом тупо перезайду. Главное, чтобы в архивы герцога телепортировался, куда мне нужно. Блять, как же жопа горит, нахуй, блять, одной смертью, блять. Ну, то есть, я вот то, что и говорил, то, что я пробежал, блять, руины Нового Ландо, блять, с первого раза, вообще без всяких проблем. Но из-за того, то, что давно не играл, забыл локацию, там оказались мобы, меня просто, блять, зажали двумя мечами, и я, ну, блять, я ничего сделать не могу, типа, все. То есть, пиши пропало, аривидерчи майнига. Вот примерно. И, блядь, и они еще, сука, блядь, воскрешаются. Ну, блядь, Хидетака, какой же ты, сука, гений, нахуй. Просто, блядь, мастер своего дела, нахуй, блядь. Как, сука, печет, блядь. Нет, блядь, давай мы, нахуй, мне что ж, блядь, очистить мост и, блядь, пойти игрокам, нахуй, посражаться, блядь, с противником, блядь. Мы должны сделать так, чтобы он, нахуй, настрадался, блядь, даже на коротком пути, блядь. Получает дамаг, блядь, от ебаных молний Вина, блядь. Ебаный нонейм король. Там, блядь. Сейчас эти курицы, блядь, зайдут ко мне, да, сука?
А мне пох. Я что хотел, кольцо надел и от. И... Отъебались от меня, у меня нет настроения, блядь, с вами играть. И ты тоже отъебись от меня. Сука, блядь, как же нахуй печет, блядь. Сейчас пойду, блядь, нажрусь, блядь, куплю себе водки, блядь, в холодосе. В холодосе водки куплю. Здесь мне пизды и дали, вон, блядь, два долбоеба бегут, блядь. Куда здесь идти, блядь, дальше? Куда? Вот куда нахуй идти, блядь? Пошел ты нахуй. Да окей, блядь, окей. Спартанец, блядь, из первого ДС. Да иди в пизду. И ты, блядь, тоже. И ты туда же иди. Я с тобой драться не буду, блядь. Мне вы нахуй не... Давай, давай, блядь. Ладно, отлично. Охуенно, блядь, в пиздочку получилось. Кольцо Артори... Он, блядь, там бежит, я слышу его. Кольцо Арториаса, блядь, и Сетхау. Так, отлично. СМС-ки не пишите, блядь, я в депрессии. 6.26.30, блядь, на весь экран. Отлично, блядь. Блядь, Сабнатика. Нахуй, блядь, ну, по-моему, тут если упасть, тут... Блядь, нет, я лучше спущусь. Вот тут можно упасть, думаю. Ну? С Богом. Ну? С Богом. Бездна. Блять, нихуя не видно. Чё? Ты чё, блядь, охуел, что ли? Первый умер. Так, буду хиляться человечность, мне выбора особо нет. Стаминга, блядь, сбился. Так, отлично, где третий? Третий, блядь, где? Я нихуя не понимаю, тут вообще, блядь, длинная локация, или, блядь, они... А, я, наоборот, даже успел. Наоборот, у меня все прекрасно. Пизда. Давай, блядь, будем нахуй. Блядь, с великой душой, блядь, в размен иду. Охуеть. И последний. Вот он, блядь. Только ты и я. Сосёшь у меня? Охуеть дамаг, мужик, блядь. Ебать, блядь, иди уровень качай. Ты мне не по рангу. Контрольный. Изи, блядь, изи, блядь. Просто изи, да. Сказать, что я нервничал? Да. Сказать, что у меня горело то, что я проебал 5 человечности? Да. Хочу ли я дропнуть игру? Нет. Сколок великой души. Охуенно, блядь. Там, блядь, 4 великой души. Хули вы мне пиздите? А, мне вернули. Базару 0. Спасибо. Так, запись. Записал. Прекрасно. Ровно в 10 минут уложился.
сколько я могу? Две силы всего лишь. Туда в силу и выносливость. Блять, у меня 13к. Блять, хотел 3, ладно. Блять, не хватит. Хватит? Нет. Не дай бог, сука, не хватит. Да, 25 900 там с чем-то, блядь. Охуенно. Перенестись. Храм огня. Да. Нет, блядь, не храм огня, в долину дракона. Стоп, скелет, точка, глубину и архив геркристальный. Каменный дракон, чё? Стоп, мне интересно, что это за хуйня, блядь. Каменный дракон, блядь, чё-то это, я не... Мужик, иди нахуй. Так. Я думаю сгонять, получить ключик к DLC. Отправиться... Ну, это будет короткая серия, но я ничего поделать не могу. Так получилось. Как бы должна была быть одна цельная серия, но я обрушил запись. Поэтому я ее подпишу как бы по половинке. То есть там будет там 2,5, там 13 серий. Ну, как так сделаю. Короче, сейчас я иду на отдых, потому что меня нахуй, я, блядь, мне надо таблетки выпить, блядь, психологические. Уже прогресс, осталось совсем немножко до финала первого Dark Souls. То есть, если брать так, мне осталось ложе хаоса, мне осталось Нита, и в DLC убить Арториаса и Мануса, и Гвин. То есть, грубо говоря, 5 боссов. Но сам факт того, как долго я буду проходить эти локации, никто не знает. Поэтому я хочу отдохнуть, набраться сил, выложить 3 серии подряд, блять, и покончить с первым Dark Souls, и начинать думать, проходить ли на запись 3 DS или забить на него хуй. Честное слово, очень бы мне хотелось. Второй Dark Souls я проходить не буду, мне он вообще никак не нравится. Ну, в общем, как-то вот так.